автомобиля Volkswagen нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с Chevrolet Нивой, которая ехала на зеленый, его развернуло, и он врезался в стоящую на заступлении Ладу, которая в результате удара зацепила еще два стоящих на светофоре автомобиля. А машину виновника еще раз развернула, и он врезался в бордюр. Навстречу вижу, со скоростью, большой скоростью машина едет. И впереди, прямо на перекрестке, столкнулась с машиной. Его развернуло, и со скоростью, без тормозов, без ничего. Задом въехал в меня, а меня отбросило на Форд. И от Форда потащила и задел на Ниву машину. Вот и все.